Сегодня мы в гостях у начальника управления образованием Ольги Михайловны Уфимцевой и поговорим о детском травматизме. Ольга Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. За первый летний месяц в Свердловской области погибло 14 детей и травмировано 11. Цифры ужасающие, согласитесь? Конечно. Как с этим бороться? Цифры были названы на совещании с руководителями органов местного самоуправления. Прозвучали они из уст начальника отдела по комплексной безопасности Министерства образования Анатолия Валентиновича Соложнина. И я думаю, что совещание шло в режиме ВКС. Я думаю, что когда цифры прозвучали, наверное, в шоке была вся Свердловская область. Потому что за неполный июнь, за неполный первый месяц 14 детей уже погибло и 11 тяжело травмированы. Цифры на самом деле ужасающие. Это вот просто убыль детского населения в Свердловской области. Что делать? Прежде всего, как любая деятельность подлежит планированию, так и организация летних каникул должна быть спланирована. И спланирована она должна быть в семье. Родители, зная, понимая, что наступают летние каникулы, должны сесть и распределить все свои ресурсы, временные, финансовые и так далее, для того, чтобы организовать летние каникулы для ребенка, чтобы он все 3 месяца был наблюдаем, он был контролируемый, если хотите. Да? У нас на самом деле сейчас уже закончилась первая смена и единственная смена в лагере дневного пребывания «Юность». Это самая массовая форма оздоровления в городе Полевском, чуть больше 1500 детей. Практически во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. И сейчас вот вся эта армия у нас ушла в свободное плавание, что называется. То есть с июня месяца мы относительно родителям помогли. Июль и август уже нужно было спланировать родителям самостоятельно. Либо так составить график отпусков, чтобы в июле был один родитель, в августе другой. Либо привлечь к организации отдыха других родственников, бабушек, дедушек. Либо приобрести путевки в какие-то организованные формы отдыха. В любом случае родители должны знать, где сейчас находится их ребенок и чем он занимается. Желательно чем-то полезным. Потому что вот на том же совещании, когда уже подробно рассматривались, 14 детей, которые погибли, это 5 детей погибли в результате пожаров. 4 детей – это утопление, хотя при нынешнем-то лете еще уже умудрились. Значит, без присмотра были. Да. Один ребенок погиб в ДТП, и причина здесь на самом деле одна – дети находились без надзора родителей. Что делают образовательные учреждения? Детские сады у нас работают весь летний период. Если родители уходят в отпуск, то это все в соответствии с теми нормативными актами, которые в каждом детском саду есть, происходит. Родители пишут заявление, и ребенок отдыхает вместе с папой и мамой. В школах в преддверии летнего периода мы проводим родительские собрания, на которых обращаем внимание на то, что летние каникулы – это время контроля родителей. И нужно что я выше сказала, организовать ребенка все 3 месяца. Мы проводим инструктажи, мы проводим тематические родительские собрания. Вот после этого совещания еще раз были даны поручения без исключения всем образовательным организациям изготовить памятки, флаеры, разместить соответствующую информацию на сайтах образовательных учреждений. Потому что на самом деле это очень страшные цифры, это очень нехорошая ситуация. А вот в пожарах погибли, это тоже дети оставлены без присмотра? Я такой подробной информации не располагаю, но в любом случае, я думаю, что... не будем гадать. А почему вот родители порой так халатно относятся к таким вещам, думая, что ребенок самостоятельный? Может быть, излишне доверяют, может быть, недооценивают его возраст, его самостоятельность, что ребенок может дома пробыть целый день один, и ничего с ним не случится. В разных семьях по-разному. Возможно, и я допускаю, есть такие семьи, где дети действительно самостоятельны, дети приучены к дисциплине, дети приучены к режиму дня и так далее. И хорошо, что такие дети и такие семьи есть. Но не во всех семьях так. Поэтому там, где
ребенок бесконтролен, и вы не уверены, что он может организовать себя, ну, даже в каких-то бытовых, казалось бы, мелочах, но тем не менее в приготовлении пищи, да, там в подготовке одежды для того, чтобы выйти на улицу, там погладить или еще что-нибудь. Лучше все-таки, ну, репетировать это с ним, сделать это вместе с ним несколько раз, чтобы быть уверенным, в конце концов, что он может это сделать один в ваше отсутствие. Вы как бабушка, богатая на внуков, у вас в вашей семье как принято вот, держать под контролем ситуацию? Ну, я должна отдать должное моим детям, что они планируют летний период вплоть до дня, значит, с какого периода по какой период, где дети будут. У дочери дети первую смену были в лагерь «Лесная сказка», сейчас они у бабушки в Екатеринбурге. И 9 июля они садятся в поезд и уезжают в Анапу. По возвращении там уже готовимся в школу. И так это со всеми внуками. То есть мы планируем лето. Вы своих детей как контролировали? Знаете, моим детям повезло. Тогда, наверное, это было не так опасно. У нас были бабушка и дедушка. Сын предпочитал жить у бабушки и дедушки, потому что он не принимал все организованные формы отдыха. А дочь, начиная с дошкольного возраста и практически до старшей школы, каждое лето отдыхала в загородных лагерях. Это сначала был Светлячок, лагерь криолитового завода, городок Солнце был, поэтому она более коллективист. Понятно. Ну вот скажите, вот эти вот 1500, они, получается, и в лагерь как бы они уже не едут, да? Нет, почему? Вот сейчас выехал городок Солнце, буквально на днях будет заезжать вторая смена, поэтому часть детей, безусловно, поедут и в городок Солнце, и, скорее всего, поедут дети и в лесную сказку. То есть это не то, чтобы вот 1500 мы выпустили, и они сейчас все до конца лета будут где-то гулять. Часть детей мы знаем, что поедут, вот опять же, 9 июля садятся в поезд и едут в Анапу, это вот форма отдыха, которая организована управлением культуры. Нет, я не к тому, но все ведь может случиться в один день. То есть вот даже вот этот некоторый временной отрезок между одной формой отдыха и другой формой отдыха, его тоже нужно организовать. В любом случае его нужно организовать. Я к тому, что родитель, мама, папа, тем более сегодня это не так сложно. Телефоны есть у всех. И проверить, где твой ребенок сейчас и чем он занят. В лучшем случае сидит у телевизора, да, и никуда не попадет, а в худшем где-то там по улицам гуляет и так далее. Поэтому это дети, у них одно детство, другого не будет. Поэтому нужно постараться сделать, чтобы оно было прежде всего безопасным. Спасибо большое, Ольга Михайловна. Я надеюсь, что родители, наши полевчане, посмотрят эту программу и обязательно задумаются над этими цифрами. Я очень надеюсь на наших родителей и очень прошу их ответственно подойти к организации отдыха и оздоровления детей в летний период с тем, чтобы 1 сентября мы встретили всех наших детей в школах и в детских садах. Мы были в гостях у начальника управления образованием Ольги Михайловны Уфимцевой и говорили о детском травматизме. Всего доброго, до свидания.